Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки. Я продолжаю изучать английский язык. Надеюсь, что может быть кто-нибудь присоединится ко мне. И сегодня я вновь повторяю тот материал, который как бы я уже учу несколько дней. Не лезу пока еще вперед, а просто мне его нужно закреплять. Просто-напросто. Итак, если вы помните, на втором уроке, то есть на предыдущем, я разговаривал про разного рода еду, food. Вот. Запомнил кое-что. И вот сегодня я уже выписал. Сейчас буду опять, как говорят, обезьяна или как попугай, повторять одно и то же. Но здесь я уже, если вы обратили внимание, все написал на русском языке. И теперь попытаюсь переводить вот это вот все на английский с помощью английского глагола have. Have. Я хочу. I have. Ну вот все. Значит, если вы помните, у нас будет, мы говорим про настоящее время, то есть то, что происходит сейчас. Я сейчас буду задавать вопрос. И еще. Нет, давайте напишем так. Глагол хотеть. Хотеть. Вот. Хотеть. Значит, я хочу яблоко. I have apple. I have apple. Ты хочешь яблоко? You have apple? Он хочет яблоко. И вот здесь, вот, если он, вспоминаю, has, he has apple, яблоко, яблоко. He has apple, she has apple, то есть вот тут, вот, и s. Надо бы дополнить. То есть был have, а теперь будет haves. Он хочет яблоко? Нет. Он хочет яблоко. Просто. Без вопросов. Он хочет яблоко. He has apple. Она хочет яблоко. She has apple. Мы хотим яблоко. We have apples. They have apples. Так, ну, вроде хорошо. Я хочу картошку. I have potato. I have potato. Он хочет картошку. He has potato. Она хочет картошку. She has potato. Мы хотим картошку. We have potato. They have potato. Ну, теперь давайте спросим. А я хочу яблоко? Do I have apples? Ты хочешь яблоко? Do you have apples? Ты хочешь картошку? Do you have potato? Он хочет картошку. Does he have potato? Мы хотим картошку. Мы хотим картошку. Мы хотим картошку. Do we have? Да, do we have potato? Do we have potato? Они хотят. They we have potato. Они хотят груши.
they, we, they. No. Не, они хотят груши. Ну, ёлки-палки, они хотят груши. Они хотят груши. Do they have pears? Do we they pears? Почему we, we, they? You. Do. Do. They have pears. Do we. Do. They. Do they. Do they have pears? Ну да, look, onion. Они хотят, look. Do they have onion, onions? Хорошо, они не хотят лук. Они не хотят лук. They don't have onions. Угу. Мы не хотим лук. Мы не хотим лук. We don't have onion. Мы не хотим груши. We don't have pears. Мы не хотим картошку. We don't have potato. Она не хочет картошку. She doesn't have potato. Он не хочет картошку. He doesn't have potato. Ты не хочешь морковку. Did you have potato? Что я сказал? Ты не хочешь картошку. You don't. You don't have potato. Ты не хочешь огурец. Do. Нет, не do. You don't. Ты не хочешь, ну конечно. You don't have cucumber. Ты не хочешь огурец. Do. Нет, не do. You don't have, you don't have cucumber. Вот видите, казалось бы, все просто. А оказывается, нет. Надо сидеть, вот это все, cucumber, pear, и все хотеть, да? Ты не хочешь фрукты. You don't have fruit. You don't have fruit. Мы не хотим фрукты. We don't have fruit. Они не хотят фрукты. They don't have fruit. Ты не хочешь картошку. You don't have potato. А ты хочешь картошку? Do you have potato? Она хочет картошку. She has potato. А она хочет картошку. Does she have potato?
Ну, где-то так. Где-то так. Отхотели. Ну что, сейчас что-нибудь новенькое. Ну вот. Значит, every. Every day, every week, every year. Every morning, every night, every summer and every winter, every on Sunday. Значит, это каждый день, каждую неделю, каждый год, every year, каждый год, every week, каждая неделя, every day, каждый день, every morning, каждое утро, every night, каждую ночь, every summer, каждое лето, every winter, каждая зима, и every on Sunday, каждое воскресенье, Sunday, Monday, каждый понедельник, every on Monday, ну и так далее. Вот так вот, но опять-таки вот и все, наверное, соединить. Every day I eat an apple. An apple, то есть, что я кушаю. Вот an apple, не a apple. А здесь нужно добавить an, чтобы вот эти вот два как бы а не соединялись. An apple. Every day I eat an apple. Every morning I eat an apple. Every morning I eat an apple. Every summer I eat an apple. Every winter I eat an apple. Every on Sunday I eat an apple. Морковка, carrot. Every day I eat a carrot. Every week I eat potato. Every night I eat tomato. Every week I eat tomato. Every week I eat onion. Ну, я вот подготовил кое-что, и теперь мы переходим на более качественный, если можно так сказать, уровень. Значит, глагол open – открывать. Every day I open my window. Каждый день я открываю мое окно. Every week I open my window. Every morning I open my window. Every night I open my window. Every summer I open my window. Every winter I open my window. Every on Sunday I open my window. Every day I open my window. Every week I open my window. Every morning I open my window. Every night I open my window. Every summer I open my window. Ну, достаточно. А теперь как сказать? Каждый день ты открываешь мое окно. Every day you open my window. Every week you open my window. Every day he opens my window. Every day she opens my window. Every day they open my window. Every day we open my window. Ну, тут понятненько, хорошо. Значит, каждый день мы открываем мое окно. Every day we open my windows. My window. А если каждый день мы открываем мои окна, every day we open my windows. Так. Хорошо. И вот теперь есть некоторые вещи. Да. Значит, ее, her, его, his, их, their, и наши, our.
Our. Our. Значит, каждый день я открываю ее окно. Every day I open her window. Вот так вот. Каждую неделю я открываю его окно. Every day I open his window. Каждый день я открываю наши окна. Every day I open our window. Ну, и если вы мне скажете, что это очень легко, я вам отвечу, ну, не так, это просто, просто, ну, вот каждый день это долбить надо. Вот такое вот мое мнение. Других вариантов нет. Все, спасибо за внимание, если вы были со мной, и если вы чему-то научились вместе со мной, то, так сказать, мы вместе с вами, как говорят, на правильном пути, верной дорогой идете, товарищи. Ну, и я вместе с вами. Все, спасибо за внимание, всего доброго, и до новых встреч, и до следующего урока.